Серая Славка. Отряд воробьеобразные, семейство Славковое, род Славки, распространена в лесной зоне европейской части России, Кавказа, Зауралья, на юге Сибири до Забайкалья, в Центральной Европе с конца апреля до сентября. Живет кустарника по краям полей, по опушкам лесов и в бурьяне. Охотнее всего гнездится в низких, редких, часто колючих кустарниках на открытых местах, среди хлебных полей, лугов и по склонам речных долин. Сплошных лесных массивов избегает. В лесистых местностях обитает лишь в долинах рек или по большим сечам, зарастающим лиственным молодняком. В чисто хвойных участках не гнездится. Для серой славки очень характерен токовый полет, который чаще всего можно наблюдать в поздние утренние часы, после того, как высохнет роса и хорошо прогреется воздух. Во время тока поющий где-нибудь кустики самец взбирается на его вершину, спархивает воздух на 6-15 метров и, задержавшись на вершине траектории своего полета, по наклонной плоскости скользит на ближайший куст. Иногда он делает в воздухе несколько замысловатых петель и пируэтов. Корм серой славки – насекомые и их личинки, пауки, мелкие моллюски. При поиске корма обследуют ветки кустарников и деревьев, склевывая насекомых с тоненьких веточек и листьев. Часто ищут корм на прилегающих к насаждениям открытых пространствах. Обычно птицы не отлетают дальше 100 метров от опушек. Ягоды, в отличие от более крупных видов рода, существенного значения в питании не имеют. Максимальный зарегистрированный в Европе возраст – 9 лет.